Всем доброе утречко. У меня, как всегда, сначала кофею. Сахар немножко закончился. Кстати, многие видео спрашивают про сахар, почему он такого цвета. Это тростниковый сахар. И в Корее чаще всего такой тростниковый сахар покупают, добавляют в еду, там, в напитки. Либо многие уже корейцы перешли на стевию. Стевия — это заменитель сахара, и часто ее продают. Смотрю, многие ее употребляют, но мне не нравится она по вкусу. То есть напитки, зеро, там какие-нибудь чаи на стевии я еще могу пить. А вот так вот, чтобы в кофе стевию добавлять, мне кажется, какой-то вкус не тот получается. Короче, люблю я обычный сахар, люблю всякие вкусняшки. И вот еще многие пишут под видео, типа: «Катя, как вы так много едите и не толстеете?» Ну, во-первых, физическая активность у меня высокая, потому что двое детей, как бы с самого утра я нахожусь в активности, иногда занимаюсь спортом, когда есть время у меня. Ну, стараюсь 2 раза в неделю обязательно, потому что тогда лучше и шея, и спина. Я думаю, что у всех блогеров есть проблема с вот этой частью, ну и в принципе у людей, которые часто сидят там в телефоне, за компьютером, потому что я даже за собой наблюдаю и постоянно себя на этом стопорю. Когда я сижу в телефоне, я сижу вот так, то есть это может появиться, как это называется, кубук-мок, черепашья шея в Корее это называется. Нужно вот так вот сидеть, то есть чтобы телефон был напротив глаз, а не вот так. Но чаще всего, конечно, ты сидишь вот так вот в телефоне несколько часов, там каждый день, да, и постепенно-постепенно потом начинает шея болеть, это все вот идет оттуда. По молодости, конечно, это может не так сильно ощущаться, да, но потом, я думаю, с возрастом могут быть из-за этого проблемы. Поэтому нужно обязательно за этим следить с молоду, за вашей шеей. Конечно, у нас сегодня грандиозные планы, но для начала я сделаю тренировку. Снимаете правую руку вверх, левая остается возле левого бока, здесь делаете вдох, а дальше с выдохом наклоняетесь, выталкиваем нижние ребра вверх. Уже весна, и это самое время готовиться к лету и уже сейчас наконец-то заняться своим здоровьем. Сегодня у меня будут тренировки с Юлией. Это тренировки для шеи и спины. Так как ранее я говорила, да, что у меня часто болит шея из-за того, что я вот так вот сижу в телефоне, монтирую видео. И именно после этих тренировок для шеи и спины я чувствую такую легкость. Но это просто не передать словами, вам нужно это попробовать. И самый лучший вариант для меня — это домашние тренировки с лучшими тренерами на Fitstars. Так что присоединяйтесь и вы, и будем вместе заниматься своим здоровьем и телом. Давайте подготовимся к лету. Тренировки длятся от 7 до 30 минут в день, без дополнительного оборудования, и я думаю, что каждый может выделить на себя 7 минут в день. И на Fitstars множество разнообразных тренировок по различным программам: похудение, растяжка, зарядка, здоровая спина, йога, танцы, пилатес и многое другое. Главное, что все программы подходят для новичков, и на Fitstars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений, как будто вы занимаетесь персональным тренером только у себя дома. А также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий, где вы можете найти большое количество полезных и вкусных блюд. В подписке также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. Здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. А для детей 3 лет там есть тренировки в игровой форме. И это отличный способ приобщить ребенка к спорту и заниматься вместе с ним. У меня уже давно оформлена подписка на Fitstars, и я вам тоже советую. Ведь на Fitstars есть все, чтобы вы были здоровыми и всегда оставались в форме. А теперь самая крутая новость. Легендарный безлимит навсегда вернули. И теперь вам доступна рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса. А еще при оформлении этого тарифа за выполненные тренировки вы получаете сертификаты в фирменный магазин Fitstars. Представляете, какая там мотивация тренироваться? Вы просто посмотрите, какие крутые товары можно купить на сертификаты. Есть коврик, гантели, гири. Кстати, количество сертификатов и весов ограничено, поэтому торопитесь, потому что эта акция только в марте. И считай сумму подписки, вы обратно можете вернуть сертификатом, выполняя только тренировки. По моему промокоду Корея у вас будет скидка 70% на безлимит навсегда. Но он будет расти в цене, поэтому не откладывайте эту покупку, а переходите по ссылке в описании прямо сейчас и забирайте это выгодное предложение. Мы приехали в торговый центр, у нас сегодня Самильджоль, праздник в Корее. Самильджоль — это выходной день, у нас сегодня пятница, но многие отдыхают, мой муж тоже отдыхает. Смотрите, у нас дети как прикольно одеты, это в прошлый раз мы им покупали курточки, у Джуна синяя, у Наюна красная, одинаково. Приехали в торговый центр посмотреть вещи на весну,
Потому что в прошлый раз мы только купили куртки детям и на июне пару кофточек. Ну и плюс выходной, прогуляться просто. Поэтому решили выехать. Это такой торговый центр, очень старенький. Муж говорит, он 20 лет назад тут гулял с друзьями, они тоже здесь одевались. Ну, то есть этому торговому центру уже реально очень много лет. И он в 12 этажей, парковка, нифига, парковка вниз под 6 этажей, представляете? Подземная парковка здесь в 6 этажей. А это специальный компьютер, где вы забиваете номер телефона своей машины и оплачиваете парковку. Либо можно еще чек приложить с покупками, тогда вам бесплатная парковка будет. Думаю, что вам тоже будет интересно прогуляться по такому аутентичному аутлету в Корее, которому уже много лет. Какая красивая одежда для девочек. Смотрите. Это прям как в моем детстве. Мама нам такое надевала. Вы что бы на йоге садила? Малибам. Кёпта. Иджу не сайзу мунгама. Маму кади. Мы вот в этом магазине любим покупать в Малибаме, потому что здесь, ну, дешево достаточно. Куртка вон 39 тысяч вон, а на июне в Заре мы взяли почти 80 тысяч вон такая стоила. Поэтому здесь купим. Кофточек вон можно взять всяких разных. Иджун на июне. Набрали вещей. Иджунчику на июне. Все в одном магазине. В других мне вообще ничего не понравилось. Так, по-быстрому дома вам потом покажу распаковку. Они китай идир. Да. 100 тысяч всего лишь вышло. 97 с копейками на юна. И джуни ольвано, сапа. И 55 и джун. Да. Ну да, мы много очень вещей купили, и всего лишь 100 тысяч вон заплатили. Здесь прям такой дешевый очень магазин. И вещи нормальные. Ну, вот так вот в садик. Дети же как носят. Раз и все. Там сам не да. Раз и запачкали, и выкинули, и выросли. Поэтому мы иногда, конечно, покупаем дорогое, но обычно в какие-нибудь такие дешевые магазины ходим. На не то саки носа. Да? Лифт, конечно, здесь можно ждать целую вечность. Это вообще какой-то трындец. Иджун. Решили мы поесть тонкассе. Глаза прям, да, разбегаются, что заказать себе. Это, кстати, имитация. Но имитация прям как настоящая. Сейчас мы немножко перекусим, потом съездим с детьми в магазин за игрушками. Иджун, как всегда, купит, наверное, себе маленькую машинку. Ну и на Юну что-нибудь посмотрит. Мы стараемся так иногда выезжать на какие-то праздники, вот как сегодня. У меня муж тут уже на последней нервной клетке, если честно. Потому что мы пришли в эти тонкассы кушать, и просто работники, они не убираются со стола, не поздоровались с нами, когда мы зашли. И он такой, типа, вы вообще работаете? Такой говорит им. Они такие, да, мы работаем. Муж просто раньше занимался, у него был бизнес. То есть он там и гамбургеры продавал, и просто у него пивнушка была. И как бы в Корее вообще, если ты хочешь, чтобы у тебя хорошо этот бизнес шел, ты должен встречать гостей, там, предлагать какой-то собес, ну, типа, знаете, как завлекать, короче, уметь работать. Вот. А если ты, например, пришел в заведение, с тобой даже не поздоровались, но это считается неуважение, и вообще можно развернуться и уйти. Но нам просто идти некуда было. Здесь три забегаловки, одна с тук-поками, другая вот с тонкассами и еще что-то. Поэтому выбора не было, и мы здесь остались, и он такой, типа, а вы здесь вообще работаете или чем занимаетесь?
почему у вас столы не убраны, гостей не встречаете, а девчонки просто сидят разговаривают друг с другом. Ну, как бы вот, да, вы видите. Разговаривают, болтают, а там столы неприбранные стоят. Нормально так, да? Туго, туго, чучемеди. Он реально огромный. Нифига, у тебя танкас больше, чем голова. Ты правда все это съешь? Здесь острый соус еще к нему принесли, суп, закуски. Старается, старается, режет. Удон — это такая лапша, она не острая. А это мой сын Сонкас. Это котлетка из рыбы. Здесь вот соус, тоже суп, рис к этому всему. Вот это. Нет, не нравится? Не нравится ему здесь. Невкусно, говорит. Выбираем кофе. На Юна у нас захотела манго-шейк. Сейчас очень популярные с клубникой. Сезон клубники заканчивается. И когда заканчивается сезон клубники, она дешевеет, и сразу начинают появляться вот такие вот напитки. Strawberry Tea Time написано. Время клубники. Полимуку кадя? У меня мой кофею. Латте. Джонни, домой поехали. Манго? Так вот у тебя манго, сейчас тебе папа даст. Давай, Джанна, Юна. Я могу? Да, все, кофе попили, можно в путь. Вот. Что там? Это манго. Манго джус? Вкусный? Со вкусом манго у тебя тоже? Ты вообще деловая. С телефоном, в коляске. А? Красотка. Ждем лифт. Трыгатя, трыгатя. Блин, трыгатя, трыгатя. Холодно как. Я. Дома у нас такой есть? Ага. Вот эти вот популярные тамагочи. Не знаю, покажет или нет, но здесь получается такой тамагочи. И можно, получается, кормить его, ухаживать за ним. Прикольный. Это капуста. Вау! Лобот. Кого ты хочешь? Ну, она тебе нужна вот эта вот. Ой, ой, еще такая дорогущая. А что ты будешь с ней делать? Ты хочешь такую? Ладно, ладно.
И Джун робота будешь? Все, идите. Идите быстрее. С глаз моих. Уговаривает его, говорит, здесь мы это распакуем все. Дома типа не будем открывать, сразу здесь все откроем. Такие прикольные вообще, да? Маленькие. Здесь тоже модницу. Пробка, вон сколько машин. Саманта. Вы спать не хотите, нет? Приехали домой и принялись за готовку. Сегодня будем готовить спагетти с икрой минтая. Это у нас икра минтая. Он ее от шкурки очистил, от пленки. Вот, далее нам понадобятся еще сливки. Ну и сами спагетти, естественно. И еще что? А, и губуди. Кук? Кукурико? А еще он в спагетти будет класть дайкон. Или лобо, там все по-разному называют. У нас в Корее просто это му называется. Му. И Джун, а ты чем занят? Мороженое ешь? Все, ты покушал? Угу, да, это твоя бум-бум новая, красивая очень. А где ты, Коман? Далее мы заливаем сливки в нашу икру минтая. Ага. Все это хорошенько перемешиваем. Это у нас будет сам крем для спагетти. Куряди, Мурт. Включаю воду. Что ты там кричишь? А? Что ты кричишь? Далее муж мелко-мелко нарезает этот дайкон. Лучше, говорит, это делать на терке на специальной, но у нас такой нет. Поэтому мелко-мелко вручную нарезает. Ну, у тебя хорошо получается. Затем мелко нарезанный дайкон нужно замочить в холодной воде. Вот он еще лед сюда добавил. На 10 минут. Отвариваем всю пачку спагетти. Вау, красота какая. 이거는 카펠리니, 카펠리니라고. 이태리 국수야, 국수. 스파게티 스타일 국수. 우리나라 따지면 소면, 소면 국수 같은 거. 소금을 좀 넣을 거예요. И еще нужно туда соли добавить. В Корее такая лапша называется куксу. Капеллини. В Италии капеллини. Мьеннам крем бибимбуксу. Мьеннам крем бибимбуксу. Мьеннам крем бибимбуксу называется это блюдо, которое сейчас готовят. По-корейски, если. А для нас просто это макароны. Макароны с икрой минтая. Кажется, мы очень много сварили спагетти. Далее добавляем холодную воду. Добавляем холодную воду. Перемешиваем.
Ну да, правда, что-то очень много сварили. Не рассчитали. Лишнюю воду убираем. Все. И теперь в конце добавляем соус, да? Еще нам понадобится дорогое масло. Специально заказал. Оливковое. Олив ойл. Оливковое масло. Для спагетти. Хорошенько сдабриваем этим маслом. Так. Угу. Дальше жирными руками лезем за солью и перцем. Можно еще шкаф потом потрогать, желательно. Ой, меня с ним точно нервная клетка скоро покинет. На какие жертвы я иду ради его рецептов? Я потом эту кухню 3 часа вылизываю, честно говоря. Угу. Чем бы здесь? Ну, я же говорю, грязь, жир. Опа. О, манджа тут сунуру. Чуть будь она, не? Ай, как ты? А ты чистой рукой трогал? Ну ладно. Угу. Теперь выкладываем спагетти. Покрасивше. Угу. И далее соус. Ой, ну вообще. Итальянец точно в обмороке после твоих рецептов. Девчонки, покупаем икру ментая и делаем вашему мужу на вечер спагетти. Скажите потом, что это вам сам вон такой рецепт показал. Point. Самый главный point это вот это вот этот дайкон, который мы в воде замочили. Подожди, Джун, смотри. Тут самый главный point. One song. Я уже пожалела 10 раз, что мы тебе эту машину купили. Постоянно у него что-то с ней не получается, он прибегает и начинает орать из-за нее. Вау. Мама! Он приготовил, да? Хочешь тоже попробовать? Ну, выглядит классно, аппетитно. Сейчас. Вкусно. Вот замечательно прошел наш день, друзья. Ставим лайк, подписываемся на нас, пишем интересные комментарии. Всем спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Буду с вами прощаться. У мужа своя идиллия. Вот у него вообще все классно. У него телевизор, телефон, 2 подушки, плед. Что ему еще нужно? Да? Ничего.